Сегодня, 1 октября, в День пожилого человека, глава автономии Михаил Фармузал лично посетил и поздравил двух жительниц Гагаузии – Марию Дмитриевну Казмалы из Авдармы и Кичук Ольгу Прокофьевну из села Дизгенджа Камрадского района, которая отметила в этом году 105-летний юбилей. Она старейший житель нашего региона, родилась еще до революции в 1908 году. День пожилого человека. Вот так вот. Да, это вы рекорд поставили. Да. Я вам цветы привез на день пожилого человека. А, на 110. Позовете на день рождения? Дай Бог, дай Бог. Ольга Прокопьевна. Мама, вот. Добрый день. Добрый день. Здрасте, да. В общем-то, скромный подарочек от примарии, от наших друзей. В селе Авдарма, поздравляя с днем пожилого человека Марию Казмалы, Башкан отметил, что семья Казмалы – это уникальный пример, когда несколько членов одной семьи удостоены высоких почестей и званий. Я очень рад, что нахожу вас в добром здравии. В автономии ваша семья единственная, где мать и три сына удостоились звания почетный гражданин Гагаузии. Почетный гражданин Гагаузии, а насы хем даю чолу. Башка йог Гагаузи добила семья. Садим сизин семья, да. До свидания. До свидания. В этот день традиционно в Гагаузии социальные работники, учащиеся при содействии органов местной власти, поздравляют пожилых людей с праздником.